Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундук. Новое задание, это хорошо. Так, здесь забираем. Спойлер, ускорители, защитная арматура. А тут что у нас по результатам? Покажут? Так, наша команда победила. Гильфиш третье место. Юра и босс. Управление в воздухе, ускоритель дым, зимние шины, амортизаторы прыжков, ускоритель фляг. Так, и еще последний сундук. Ну, как-то так. Что-то подключение к чату не проходит, не знаю почему. Друзья, в чем проблема? В чем проблема? Объясните мне, пожалуйста. Так, получите 250 времени. Теперь еще не легче. Выиграйте 5 гонок, но это мы сделаем. Так, прокачка. О, прогрузилась. Прогрузилась, ребята. Всем привет. Оп. Отправляем. Так, ну что. Я ненавижу воду. Да, я ненавижу воду. Поехали. Но я поеду не на байке. Я поеду на своей... Оу. Маслкар. Обожаю запах горячей резины по утрам. Это что такое? Это новая тачка? Хо-хоу. Доступна через один день 18 часов. Прикинь? Новая тачанка, ребятушки. Вау. Маслкар. Я не знаю, правда, насколько она крута. Если у кого-то есть, пускай напишет в комментариях. Стоит считать тачка это или нет. Так, ну а пока мы будем прокачивать фуру. Мы же, да, вроде бы как бы докачать хотели. Так что давай ее будем дальше прокачивать. Сопротивление воздуха. Нет, нам надо, наверное, силу прокачать. Слушай, подожди, а я могу что-нибудь на своей ХКРочке качнуть? Можно мне глянуть? Колеса. А давай сделаем. 140 тысяч. А здесь сколько? 10 800 требуется, прикинь. А, была, не была. Ради любимой тачки ничего не жалко, верно, друзья? 240. А, максимальный уровень 7. Вот здесь получается. Ну что, поехали. Я ненавижу воду. Посмотрим. Так, давай сюда. Хоп. Я ненавижу воду. Вот это зря. Вот это было зря. Хотя вроде бы как. Да что с машиной-то не так? Не, нормально все. Пока все пучком, друзья. Опа, еще и первое место. Сразу же, как с куста взяли. Траншея. В воде, ребята, еще и траншея, прикинь. Так, отойди отсюда. БДСМщики. Ну там действительно был какой-то БДСМщик. Там прям никнейм у него такой. БДСМ. Да я шучу, его звать... СБД. Себастьян Арейра. Ай, вшивик. Можно просто вшивик назвать его. Давай. Не пужайся, не пужайся. Мы с тобой сейчас... Слушай, так четненько сейчас проехал. Просто черкашом задел. Ух, по красоте. Куда мы там с тобой летим? Опа. Прям перед трубой воздушной остановились. Бамс. Слушай, ну я вообще не ожидал, что вот так вот мы с тобой идеальненько проедем первую гонку. Так, я думаю, что-то здесь не то. Знаешь, что не то? Мы с тобой не поменяли водилу. У нас водила с тобой с последней серии. Да что события там моргает, я не могу понять. Ну и чё?
Так, привет, Рэй. Так, привет, привет, привет. Привет всем, ребят, привет. Давайте скажем, чтобы Моррисон команду запоролил или требования увеличил. А зачем? А зачем? Что там не так, ребят? Ну, я имею в виду, зачем паролить-то? Какие проблемы-то у вас? Так, давай-ка я, наверное, вид поменяю. Ну, давай вот эту вот девчонку возьмем. Возьмем нашу девчулю. И это у нас город? Воу-воу-воу-воу-воу. Ты посмотри, посмотри, что делают эти тачки, ребят. Один, конечно, обделался. Amazing Crow. Там еще польска какая-то. Ядрен матрен, куда это я? Ну давай, 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 родной. Вообще куда-то поехал, непонятно, по непонятной какой-то дорожке. Твою налево. Это, конечно, было эпично. О, новые колеса для супердизелька у нас выпали. Вот сейчас я, конечно, гонку, ребята, взял. Ну, так надо еще постараться. Вылететь, перевернуться. И еще и доехал до финиша. Причем не разбившись. Ты это учитывай. А ведь мог бы. Так, тихо. Спокуха, дядя, я Дубровский. Давай, 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 давай. Нормально. А вот и задание выполнили. Первое, это выиграйте 5 гонок. Выиграйте 5 гонок. Оп. Ну. Не хочу туда, блин, нафиг ли делать. Я не хотел сюда, ребят. Ты посмотри, смотри, как у него этот летает. Ну он с помощью крыльев только лишь. Он вырулил здесь за счет крыльев. А так бы он здесь курил бы бамбук, серьезно тебе говорю. Пускай он там... Ой, есть. Нормально, 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 нормально. Я нормальный. Есть. Я надеюсь, первое место у меня, да? 8 баллов, а у этого охламона 7. Так что моя девчуля рулит. Моя девчуля рулит, 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 рулит. Главное, чтобы она не срулит, а рулит. Так, что там у нас? Ты что, дядя? Так, какой тебе канал, Рэй? Чего? Ну, типа, нулевые не заходили. Не знаю, Рэй, сколько ты не снимал видео? Рэй, когда видео? А какой у тебя канал? Когда видео... Да... Ты что, дядя, по ХКР2 всем? Давно... По игре не было видосов. Тьфу ты. Умеете читать? Читайте, переводите. А я пока гоночку запилякаю. О-о-о-о, это кто у нас тут? Фура. Ты гляди-ка. Ты посмотри, что паршивая фура делает, а? Фура, шкура. Опа. Так, сзади самурай. Ну, в плане самурай это скин. Самурайский. Но я первый. Я, ребятушки, взял первым. Мне тут посоветовали вернуться, знаете, в какую игру? Никто не поверит. Сейчас скажу. Опупейте. В Castle Castle. Помните такую игру? Ну, олды должны помнить. Нифига, я даже не ожидал, что так можно сделать. Олды наверняка вспомнят. Это вот самые первые люди. Интересно, вообще есть еще на моем канале те люди, которые вообще начали с самого первого моего ролика? Я тебе скажу, когда я начинал, такие были ролики смешные. Да как смешные? Они не то, что даже смешные, они... Ну, во-первых,
само качество роликов. Это просто трэш был. Во-вторых, какие там видосы были, тоже смешно. Тоже было все это довольно смешно, ребята. Опа! То есть качество, сами видосики были дебильные какие-то. Это я еще причем очень много чего поудалял из старого. Но не все. Не все, очень много чего и осталось. Слушай, смотри, что происходит, ребят. Воу, да я тут и всех порвал. Вообще по шику. Просто по шику. Шига-дрыга. Шига-шмыга-дрыга. Я пытаюсь аккуратно все это сделать, ребят. Не абы как и абы что. Вот. Ну и последняя гонка. Так, это что за туннели-то? Я что-то не помню. Вот здесь, да. Им очень, ребята, здесь паршивенько, потому что, ну, в туннелях можно звездюлиться. А я максимум, что мог себе сделать, это сорвать крышу. И проехать идеально. Что? Так, новые колеса. О, да. Почему-то они вот не жалеют именно колеса давать. Лучше бы они что-нибудь другое давали бы. Че именно колеса-то? Так, крылья, амортизаторы. Магнит и стартовый ускоритель. Глубоководная езда. Ну, опять же, понимаешь, да? Вода, все дела. Алям, струфулям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, было обидно. Просто чуть-чуть задел и меня развернуло, ребят. На такой скорости, на бешеной, развернуло и подгасило, так скажем. Ну вот фиг ли ты сделаешь, но... Но кислород все-таки я не успел взять. Может быть, конечно, мы еще обгоним. Может быть. Так, у него 4 балла, у меня 3. И это последняя гонка. Мне нужно брать первое место здесь. Это подводная лодка. Слушай, ну здесь вообще круто получилось. Вау, все, это фейл. Третье место, ё-моё, ну как так-то? Подожди, ты видел? Я сейчас получил третье место, ребята. Меня не откинуло назад, я продвинулся вперед, ну немножечко. А когда выйдет ХКР-3, друзья мои? Кто-то мне писал, это не ХКР-2. Что такое ХКР-2? Это Hill Climb Racing. Я говорю, парень, а по сокращенному, если прочитать, как это будет? Сразу же обосрался на месте. Он думает, он, ну, понимаешь, некоторые люди не знают, что такое сокращение игр. MG, что такое MG? 1, 2, 3, 4. Никто не знает, нет? Metal Gears. Просто сокращают название в играх и все. А он, что еще за ХКР? Это Hill Climb Racing. Мне прям смешно так. Я не стал, ребят, там какую-то полемику разводить. Просто ему сказал, парень, сокращение сделай, и все будет понятно тебе. Все, берегите голову. Берегите голову, ребята, носите шапку. Особенно зимой. И летом, кстати, тоже. От солнечного удара никто не застрахован. И не только от солнечного. Опа. Найс, very good. Где поймает, там и прут. Вообще топово. Вообще топово проехал. Блин, все-таки, ребята, сказывается прокачка и колес. Слушай, весенний город, день чудесный. Давай попробуем на нашем байке. Ну, давно мы не катались на мотоцикле, давненько. Ну да, возможно, сфейлимся, возможно. А возможно, и не сфейлимся. Сейчас посмотрим.
Ты посмотри. Я немножко удивлен, что вот это вот. А, так он еще на этом едет, понял я. Он на нитро шпарит. Вот почему он там от меня никак. О, тихо-тихо-тихо. Никак не мог от меня оторваться. Потому что на нитроче газовал. Ой-ой-ой-ой. Да ядрен ты, Матрён. Ну вот здесь-то, конечно, Рэй, нафиг ты это сделал. Да неожиданно просто на самом деле было. Для меня просто это какой-то нежданчик. Ребята, скоро, я думаю, на нашем канале очень много вернется старых игр. Ну как старых игр? Старые игры, которые я играл. Вот у меня такое в планах. Не знаю, как насчет Танкили-то, но... Тихо-тихо-тихо-тихо. Нормалек. Слушайте, а что у нас этот вот, как называется игра-то? Последний день на земле. У меня, правда, сейвы куда-то улетели. Потому что там надо выбирать сервер. Да. Выбирать сервер, то есть... Она стала онлайновой, что ли? Я не пойму. Напишите мне об этом в комментариях. И стоит ли начинать в нее играть все заново? Я имею в виду последний день на земле. Или лучше все-таки начать играть в Frostborn? Ну-ка. Давай-давай, аккуратненько. Аккуратнейшим образом. Оп. Оу, ё-моё. Давай не так. Тихо ты встань на колёса-то. Есть. Вот тебе и есть, блин. Обалдеть просто, ребят. Смотри-ка, просто идеально проехал. Ой, смотри за это, что я получил. А? И это все? Че так жидко? Так, ребят, столичный кубок. Ой, да что ты сделал? Зачем ты мне тачку сменил? Ну хотя, в принципе, ребят, мы и на этой тачке в свое время делали рекорды. Было же такое время, а? Да ладно, скажи, что было. Меня вот это вот смущает тачка, как она, которая называется Супер Дизель. А там еще Бигфут какой-то бежит на этих, на надувных колесах, который может летать. Он тоже там сзади карабкался. Я видел его. Я видел, ребята, этого засранца. Чтоб мне, как говорится, сыром пахнуть, если я наврал. Давай, заезжай. Ну что тебе скажу, фейл. Этих охламонов мне уже не догнать. Ну не смог я доехать, запрыгнуть. Не то, что даже не я смог допрыгнуть. Просто машина моя не смогла доехать. И по итогу третьим я приехал. Ну, по-моему, еще одна гонка у нас есть. Можно реабилитироваться. Ну, подъемы, да, подъемы. Конечно же, ребята, они очень мне портят всю картину. Смотри, этот псих на попрыгульках что делает. Опа, вон там он сейчас, по-моему, и обделается. Да ладно. Да, ребята, я второе место занимаю. Промокание опять в городе. Чё-то как-то... Ну давай ты там шпарь. Не, моя машина все-таки быстрее набирает скорость.
И за счет этого, да, получилось тут. Но вот как вот там супердизель до этого вот. А ведь наверняка можно было бы, да, запрыгнуть, если постараться. Да и этого достаточно. Фух. А от этой игры нужно было сделать, ребят, перерыв. Вы видели, как меня начинало бомбить уже в последние разы. Там просто кипятком там выдавал. Поэтому небольшой отдых никогда не помешает. Ну куда ты лезешь? Ну хлыщ ты вареный. Ну куда ты лезешь-то? Да здравствуйте. Я опять... Почему я опять второй-то? Кубок, городская вода. Какая, блин, кубок, городская вода? Вы издеваетесь? Это не городская вода, это... пустыня, блин. Кубок, блин, городская вода. Тени на солнце. Это не с кактусами случайно, нет? Я не помню просто. Нет, это не с кактусами, но... напряженно все равно было. Вот они, кактусы. Тихо, не надо никаких сальтон тут делать. Угу. Шига, дорогая. А вот если в кактус врежешься, будет бобо. Наш мотоцикл сразу перевернет. Дорога в пустыне. Дорога. Тихо ты. Резко что-то стартануло как-то. Прям пш, с рискача. Нормально. Ой, хэппи. Нет, 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 нет. Твою-то на голову. Что там в команде? Так, я не агрусь, просто говорю, пока всем играй КС. Забирай только нуханых, да харе. Что я написал? Я же сам не помню, что написал. Я написал, что все хорошо. А, я написал, зачем паролить нам канал? Для чего это делать? О, кстати, сельский кубок. Сельский кубок нам надо брать вот на этой машине. Поехали. Блин, а интересно, а что было бы, если я бы прокачал бы полностью нитро? Но ведь это было бы топ, наверняка, согласись. Мы бы тут летали бы, как пташки. Конечно, не так хорошо, как лихач, но тем не менее летали бы. Фига он там в поднебесную шпаранул. Ну да. Ему повезло, что здесь были такие прыжки. Без прыжков бы он бы просто бы тут загнулся бы. Вот опять же, ребята, ему прыжки. Да иди ты в пень-то, как у тебя получилось, блин? Но он там уже газовал на всех парах, ребят. Видно было, что у него отлетали запчасти. То есть он дожал до последнего. А, он прыжок сделал. Все, он сделал прыжок. Так, я вниз. И что? Давай, давай, не дуркуй.
Ну и прекрасно. А этот сзади на хвосте так и ехал до последнего за мной. Турфальдин из Бельгана. О, черт. И все так аккуратненько едут. Сговорились, что ли, не могу понять. Ну ты посмотри. Ну почему у меня не срабатывает буст, а? Почему у меня не срабатывает буст? Мне кто-нибудь вот это объяснит? Буст на скорости, я про нее говорю. Так, вниз. Зря я, да, так сделал? Конечно, зря. А вот парень и встрял. Не подрасчитал. Ну, третьим приехал. Слушай, а по итогу у меня первое место, ребят. По итогу-то я малорик. Ну что, погнали дальше. Блин, это опять на попрыгушках плюс эти, да? Все, я понял. Сейчас он тут начнет. Свои разгончики делать. Идеально. Ай-яй-яй-яй-яй, передержал кнопочку, просто передержал кнопку. Он начинает. Вот объясни мне, он по приори, ребята, должен был разбиться. Он в полено в это врезался. Почему этого не произошло? М? Почему этого не произошло? Почему он съехал с него, как будто бы ни в чем не бывало? Так, и первое место. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Ребят, последняя гонка у нас — гора смерти. Тут главное, знаешь, что я тебе скажу? Тут главное перцем не стареть. Понимаешь? Ну что? Ну вот это что за дебилизм сейчас был, ребят, ну? Ну, вообще последний, вообще последним приехал. Ты дебила кусок. А? Какого хрена ты последним-то приехал? Долбою... Ладно. Ах. Слов у меня нету, блин. Да я и так аккуратно еду. Как еще-то аккуратнее ехать можно, блин? Я не понимаю, как еще можно аккуратнее ехать. Фига он там вылетел. Я, знаешь, что я заметил? Вот вы все говорили про качку. Ребят, прокачал я тачку. Мне кажется, что мне противники достаются еще прокачаннее, чем моя машина. Ну, вот серьезно. Вторым, все равно вторым. Не получилось вырваться, ребят. Опа. Но мне, знаешь, что понравилось? Что здесь, когда ты занимаешь теперь третье место, тебя не откидывает назад, а тебя чуть-чуть протаскивает вперед. Это, конечно, мне понравилось. Так, что у нас там в приключении? Давай-ка я, наверное, проеду. Сколько смогу. На нашем спорткаре. Ой.
Ну едь ты, господи, что ты. Да, у нас нету крыши, поэтому надо быть аккуратным на этой машине. А потолок врежешься разочек, и все. И костей не соберешь. Так, второй сундук, да, заработали? Прикинь, мы мотоциклиста обогнали. Ну, как обогнали, он там отдупленный был. А рекорд у меня на этой тачке, я не знаю, ребята. Наверное, не было у меня рекорда на этой машине. Новый рекорд. То есть, новый рекорд на этой машине, что ли, я поставил? Или... Ну да. Да, получается новый рекорд на этой тачке. Супер дизель. Ну и прекрасно. Да ладно, мы что, действительно с тобой нарезаем новый... Да, новый рекорд, ребят, нарезаем. Фух, чуть было не перевернулся. Ладно. Ай-яй-яй. Ну! 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 Вау! Дэйв, ребята, прикинь, я получил новую шмотку. Вот это вот, да, вот это я понимаю. Прокатились с ветерком. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.